Я хочу сказать несколько слов об этом интересном фильме. Он называется «Звездная принцесса», и он будет интересен не только зрителям, которые посмотрят его в ближайшее время, но и, может быть, через 10 лет, через 20 лет, потому что его сюжет, как всегда, очень актуален. О чем это кино? О том, как главная героиня с ее подружкой спасали ее репутацию. В принципе, это кино о том, как человек ищет себя. Как трудно творческим людям в нашем мире, что их все время обвиняют в плагиате, что очень трудно придумать что-то свое. И у нас сильно очень проблема конкуренции.